открыли окно послушать, какой-то дурак или впереди включил рэп or something, рэп или что-то такое. Болтал. Ну, как только открыли окно, я решила записать, он перестал болтать. Я говорю, это вот этот трог газолиновый, что ли, разговаривает? Он говорит, нет, наверное, вот там машина белая впереди. Ну, бывает частенько, что эти врубают там колонки и это, на полулице что-то орёт. Типа рэпа, что-то в этом роде. Здравствуйте. 4 марта сегодня. Hungry Harvest. Голодный Harvest называется ресторан. Я все называю фастфудом, а кто-то сказал, написал, что ой, а мы не фастфуд ели, а мы ели вот по дороге, останавливались и там что-то. А здесь все, то есть, ну, как сказать, в Америке все называется ресторанами, даже Макдональдс ресторан. Вот. А придорожное, это все вот это придорожное, просто мы внутрь не ходим, да, там же столики, и все, сидеть надо, и тебя обслужат, и все как положено, а мы все из окна, потому что нам некогда. Так что это может быть и нельзя, можно, то есть нельзя, можно что-то можно назвать фастфудом, что-то нет. Я даже не знаю в России, что имеется в виду фастфуд, потому что когда я уехала, это только начиналось. Стояли очереди в Макдональдсе, и то они ж не во всех городах, эти Макдональдсы, до сих пор, да? Ну, то есть, сейчас-то уже пошли какая-то точка вкуса, или как она называется. Все то же самое, только есть такая пошлая пословица. Те же яйца, только в профиль. Назвали по-другому. То есть, россияне выкупили место это. Или не россияне, не знаю, может и не россияне. Может, та же компания раз переменила вывеску и все. Кто знает, кто нам докладывает. Так вот, фастфуд может быть. Что, we're going inside? We're going inside? I'll call them, call them. Так что, фастфуд. Не знаю, что у вас называется фастфудом. Макдональдс, конечно, здесь эти все. Бюргер Кинг, Макдональдс, все это фастфуд. Но какие-то жареные куры, они зайдешь внутрь и там. А, это пицца, right? Pizza place. Это пицца. Смотрите, какие они беленькие. Беленькие. Она такая красивая такая стоит. Говорят же сейчас, что ученые сейчас там тревогу бьют, что птицы... Настолько они стали сейчас ленивы, значит, ловить, и потеряли свою способность многие ловить себе, ну, добывать себе еду, что они все питаются из городов. Вот здесь вот постоишь около этих фастфудов, и зачем нам это самое лягушек там ловить? Правда, птички? И так нас накормят. Здравствуйте. 4 марта сегодня. Значит так, ехали, хазбен взял готовую еду. Жареная курица из Виндикси магазин. А это салаты. Сейчас посмотрим, где-то надо остановиться, поесть готовой еды. Вот, сейчас мы поедем. Отъезжаем. Тепло у нас, жара, но очень ветрено. Сильный. Поехали. Остановились в парке. Здесь детские качели, карусели. Так, это what kind of salad this one? It's called a world famous salad. О, господи. So what is there? Nobody knows. Okay, we will open. А this one? Ой, this yellow stuck, honey, this already это. On sale, right? Ой, oh, I like это крабовые палочки. Ой, пусть даже будет с красным этим.
конце дня они делают стикер, что товар уходит совсем. Так, это... This salad like Greek salad, right? Looks like with cheese, right? Tomatoes and cucumber. Looks like green and maybe, cheese, feta cheese maybe, right? Zucchini. Zucchini. No, it is cucumber. Okay, let's open. I see. Курица жареная, вот такая вот. Close that lid. Nick, what kind of salad this one? You don't know, right? What salad here? This is world famous salad. Honey, don't give me name. What inside? I see. Морковка. Вкусный. Брокколи. Noodles. Carrots. Yeah, морковка, carrots. And what else? What else? We got to throw those ones up. Get the fly out of here. Ханька ненавидит. Муха залетела. Окна открыты. Ханька ненавидит мух. Вы если вы видели, как он, когда он видит, как он приходит. Get the fly out, honey. Как вот тот Шариков. Roll your window up, man. Как Шариков, когда видел котов. Помните собачье сердце? Он в такую ярость приходит, начинает за ними гоняться. Все, закрыл. Муха залетела. Мух здесь практически мало, с ними борются. Но он точно Шариков. Котов, помните? Мы, говорит, котов душили. Помните, собачье сердце? Ну, это все. Probably you should mix these two together. Honey, easy, not like that. А это, слышите, я думала, крабовый... А это просто краб порезанный. Что-то он ничем не палит. То есть, крабовая палочка. У нее здоровые крабовые палочки в Америке. Маленькие даже не видела. Но... Ой, вкусный какой-то салат. Капуста там. Потом еще брокколи. Красный, вот это, наверное, этот болгарский перец. Очень вкусный. А желтый, это, наверное, сыр. Да. Наверное, сыр желтенький. Very tasty, honey. Ой, honey, wait. Ну, this так. Так, вот этот салатик $3.25. Этот 2 с чем-то. Они какие-то пропитанные, вот, то есть не просто крабмит, а он чем-то пропитанный. То есть крабовая эта палочка. Чем-то она пропитанная. Похоже на спагетти, да? Ну, просто большие палочки. Ну, что-то там, соус какой-то есть. Он, то есть не майонеза нет, но он мокрый. Она. Палочка мокрая. Вкусно. Когда голодный, все вкусно. Кто-то писал, говорит, Елена, не могу, начинаете есть, вечно я бегу к холодильнику. Так бежите, кто вам это мешает бегать к холодильнику. Хани, ну дуги сихим. Все, пусто. Ну ладно тебе, уже забрал. Ладно. Вот этот, перчик вот этот, который маленький. Болгарским. Yellow is a cheese, right? Mm-hmm. Да, сыр желтый, потом морковка, капуста, брокколи. Что-то еще остренькое там. А greens, what green? А, this is брокколи. И там не майонез, там у них их соус. Типа ranch вот этот. Капуста. Любим капусту. А вот этот похож точно на греческий салат. А ну-ка, я сейчас посмотрю. А, ну. Summer cucumber tomato salad. Летний огуречно-помидорный салат. Первый раз вижу. Ну, вот это сыр белый. Так. Съели. Ничего. Фета-чиз. И там винегар этот, уксус этот бальзамический, оливковое масло, по-моему, немножко с уксусом. Так, а теперь чикен. Чикен какая-то бледная, Хани. Что-то она какая-то
Взбледнула. Господи, это курица. Взбледнула. Ну, это из магазина, понимаете, да, курица. Это не из фастфуда, из ресторана. Там вкусно, а здесь просто печеная, да и все. Ничего особенного. Угу. О, нож у нас есть. Хорошо. Машина за завтраком. Это самое. Цыгане шумную толпой вот туда. Микрофон в этой колонии и в этой колонии микрофон. За завтраком цыгане шумную толпой. А то ж дома нельзя поесть. В том числе и нам. Анька, everybody for breakfast. In the house nothing they have, right? Who's lazy? Like you, you and me. Лейзи – это ленивые. Я говорю, потому что ленивые. Все, выстроились сейчас. Тра-та-та-та-та-та-та. Будут болтать. Рассказывать, что им заказать. Это Макдональдс. Такое простое тут место. О, еще один. Голодный. Одна голодная приперлась. Привыкли они как-то. Ну, и не именно Макдональдс. Мы хотели в другое место. Данки Донатс вчера покупали. Вкусно. Дороже. Вчера или когда позавчера Данки Донатс куда-то ехали. Иногда делаю бутерброды в дорогу, иногда нет. Некогда. Колбасу хазбанд не любит так, как я. Никто тебя не любит так, как я. Дун-дун-дун. Никто тебя не любит так, как я. Your choice. Никто тебя не любит так, как я. Никто тебя так не любит, Джон, колбасу. Give me a sausage, egg and cheese, and bacon, egg and cheese, please. Да, так вот он эту не любит, колбасу. Вот. Понятно. Вот так вот цыгане шумной толпой выстраиваются. Обижают здание. Макдональдс не номером один. Ну да, кто-то просто они очень часто встречаются и легко туда заскочить. Их очень много. А так там Бюргер Кинг лучше. Там у них это салаты хорошие. Но салаты в ланч. А утром же вот, ну, по-нашему горячий бутерброд, как его назвать. Такая котлетка, она называется колбаской. Она совсем не колбаска, из фарша сделана это. Вот. Так, а здесь окно второе, пикап. Пикап наверху написано, то есть забирать. Два написано. Окно номер два. В окне номер один этот самый. Платят, а этот рассказывает мне что-то там. Ага. Ну, каждый по себе это самое разговаривает. Машина вот. Один другого не слушает. Вот так. Two mustard and two grape jellies. Two mustard, two grape jellies? Yes. Вот, заказал сладенький себе этот самый, как его. Сладенький. Okay, where's one at? I see. Ой-ой-ой-ой, кофе. Кофе закрытое, как я пролила, не поняла. Вот, Джелл, давай. Your dream. Эти. Ой-ой-ой. А это номер один, они когда не успевают, они ставят машину здесь, то есть нас ставят сюда. Ждите, это здесь желе сладкое и этот, горчица, мастер. Горчица и сладкий джем. This is our sexy spot for. Ой, господи, Аня, why? Because like that. Ну, его переводить не буду. Пошляк какой-то достался девочке. Ой, я продолжаю кашлять. Это, ну, уже где-то вот неделю кашляла, сходила в больницу. Эти, антибиотики, я бы сейчас бы в аптеку никогда бы не пошла с таким. Простудился, пошел в аптеку, набрал, да, у этого спросил, у аптекаря. Здесь наберешь на все это в том виде, ну, нет антибиотиков. Что-то типа, может, возьмешь... Ну, типа нашего анальгина, его здесь нет и даже не знают название. Типа парацетамола, может быть, тоже нет и не знают название. Кто-то со мной спорил, что
формула одна, лекарства одни и названия одни, потому что это латинские, ну, химические элементы, они одинаково называются во всем мире. А химические элементы, может, одинаково называются, а лекарства названия называются иначе. Это не значит, что ваш анальгин здесь написали другим словом и все. Если бы так бы легко, я бы его и в Гугле нашла, как он называется здесь. Состав другой, и это. Короче, не спорьте. Все у них не как у людей. Я вам уже 100 раз это говорила. Сидит профессор, смотрит. Ханька. Ой, что-то я хотела сказать про колбасу. Да, значит, колбасу он не жрет. Я, например, этот самый бутерброд с колбасой, с кофе утром или с чаем. И почему нет? Вот. Не ест. Значит, я плавленый сыр нашла в Алте. Представляете, вот дешевый магазин, да? И я там нашла хороший этот сыр. Не плавленый, но вот эти вот квадратики такие, которые каждый квадратик завернут, да? И я там нашла хороший этот сыр. И вот я его утром там, да, тоненькую булочку или тоненький хлеб, сыр, кофе, чай и это. Конечно, хорошо бы этот кашу эту овсяную. Когда дома, да, когда никуда не бежишь, не торопишься. И гречку варю, и это самое. Ну, тогда же завтрак поздно, да, девочки? Вот. А вот это магазин Rooms to Go называется. Это Rooms to Go. Комнаты. В комнаты идем. Вот так вот перевести Rooms to Go. Или примерно так. Так вот, это мебельный магазин. Большой. Так, ничего. Ничего там есть хорошие. Давно уже не была, надо сходить. Какая там уже мода на мебель. Ушли эти корзины все плетеные или нет? И эти холщовые из мешковины обивка диванов. До того страшна, что не дай тебе Бог. Когда оно в магазине новое стоит, когда еще знаешь, что это новый магазин. Но если у кого-то будет стоять в доме, и, ну, то есть с этими со всеми декорами этими расставленными, да? И когда зайдешь, думаю, господи, с 50-х годов, что ли, у тетеньки мебля. Вот так. Что-то долго. Ханя, so long time, we are waiting, а? Вот, так что он эту не жрет. А этого дядю, вот, например, или тетя, кто там сидит, поставили на номер 2. А у нас на номер 1 поставили. Так вот, breakfast ему... Съест он, конечно, но ему нравятся вот эти американские все. Они на них западают с детства. И это... Хотя вот он панда, то есть вот это панда, вот это панда, видите, там панда. Chinese kitchen. Это китайская еда. Have you been there, right? Mm-hmm. Is it fast food or restaurant big or? Ну можно и fast food. Здесь же все можно и внутри, и fast food. Ой, этим. Снаружи в окно взять. Не все. Не все рестораны в окно. Конечно, нет. Те, которые сидеть внутри и ждать, и официант обслуживать все там. Там заказ можно еды сделать, заберешь кулек, да, но только не в окно. Вот это панда, что-то я не помню. Вот they have rice, right? With some, right? That's Chinese. Regular Chinese food, right, Ханька? Это китайская еда. Regular это обыкновенный, наверное, так. Yes. Yes. And we get a coffee. Ah, we have coffee. We have. We have coffee. Thank you. Гема, Ханька чуть не упросил дать еще один кофе. Так, смотрите, вот такой с этой с котлеткой, сосыч. Ай да, вот это он put finger, Ханя, ты. Ну crazy, все, ешь яйцо. Яйцо, котлета, эти самые бискочи и повидло себе намазал. Понятно? Hey, you say, very nice, right? Откусил и сказал, очень вкусно. Ханя, и даже не показывай мне с этим. Он вот это выдавило ему. Джек. What a taste of bacon, honey. Bacon? And this with bacon? Ah, okay. Один с беконом, а один без бекона. Ah, just only bacon, right? Bacon, egg, I don't cheese. Have a... I like that better.
Вей. Угу. Вей. Смотрите, гусеница. Гусеница желтая, она повисла на паутине и пытается подняться. Ужас какой. Какой ужас. Говорит, они тут, у них тут жареные грибы есть. Чекерс мы там называем. Hey, pick any two doubles, two deep sea doubles. And the fry. Just one moment. Кто-то сказал, говорит, это в машине, вы говорите, right. Сейчас подождите. Two deep sea doubles and the fried mushrooms. Anything else? Бургерс. Фрайс, это имеется в виду картошка, и колос имеется в виду этот самый колослоу. $5 ну, блюдо. Ну, это от 5 имеется в виду долларов. Не подумайте, что 5. Мы сейчас 10. Сейчас вот заплатил он там. Вот у них что-то тут мы прочитали, даже что-то с грибами есть, мы даже не знали. Can I have some napkins? Thank you, buddy. Ой, грибы уже съела половина, эти фрай, эти жареные грибы в этом, во фритюре. Вкусно. Так, и бургеры. Is it chicken, right, honey? Is it chicken? Chicken you bought burger, or what kind of burger you bought? It's double fish, honey. Ah, fish, okay, рыбный. Рыбный бургер, double. Два рыбного этого куска и зелень. Так. Да, два рыбных куска, между ними сыр. Ну, конечно, рыбные куски, между ними сыр. Короче, так, и зелень этот, китайская капуста, и, наверное, лук там. Вот такой бургер. А это ranch соус. Это грибы остатки. Приятного аппетита.